Всем привет, с вами Кирилл, а вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня снова все на проекте Мазихули Плей. Это второй сервачок. Все ссылочки есть, как всегда, в описании под видео. Поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну а в этом ролике, дамы и господа, я вам покажу наконец-то финку нашего бизнеса 24 на 7 роговичах. То есть я вам ее толком не показывал. То есть я вам покажу финку до и после. И мы посмотрим, поменялось что-то или нет. Да и в целом я вам покажу, сколько несет этот бизнес, потому что многим, я думаю, это интересно, сколько же несет этот бизнес. Поставьте лайк, подпишитесь на канал. Я очень хочу добить до Нового года 22 тысячи подписчиков. Осталось буквально 5 дней, поэтому возьмите, пожалуйста, подпишитесь на канал. Я вам буду очень сильно благодарен. Ну и, конечно же, не забывайте вводить самый просто лучший промокод, который даст вам очень хорошие плюшечки. Пишите /mm, сибой, пункт промокод, указать друга ютубера и вводите промокод Полканов. За этот промокод вы получите 450 тысяч, если просто вкачаете уровень. То есть вы заходите в игру, регистрируйтесь, вводите мой промокод, потом проходите квесты, максимально быстро качайте уровень и забирайте свои бабки. Как вы понимаете, через несколько дней уже будет Новый год, и буквально скоро уже выйдет новое обновление, поэтому кто думает, начать играть или нет, просто не думайте, заходите, потому что ивент будет максимально интересный. Там будут санки, там будет лабиринт, там будет много всяких квестов, с помощью которых вы сможете заработать денег, поэтому просто заходите, регистрируйтесь. Все ссылочки, повторюсь, есть в описании под видео. Я, если что, играю на втором сервачке, поэтому буду вас всех здесь ждать. Я вас могу принять в семью, в компанию. Чем смогу, тем помогу, поэтому всех зову на второй сервачок, потому что новогодний ивент будет максимально интересный. Я вам всем советую на него пойти, потому что, ну, такое происходит, пацаны, раз в году. Я думаю, вы сами понимаете. Это самый любимый ивент многих игроков, поэтому я вам тоже советую на него пойти. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Ну что ж, дамы и господа, вот этот самый просто замечательный бизнес. Я на самом деле очень кайфую от этого бизнеса, потому что, ну, он реально прикольный. То есть здесь финка, пацаны, постоянно разная, я вам это покажу. Максимально просто разброс какой-то по финке. Но в любом случае, пацаны, это самый просто лучший магазинчик на 02 сервачке. Поэтому, если вы вдруг хотите там покушать, купить ремочек, то, конечно же, приезжайте сюда. В обычные дни, то есть в будние дни, у нас ремки по 3500. Но на выходных мы все доставим скидочки, поэтому приезжайте, ремочки будут по 2300. Все-таки выходные хочется как-то приятно сделать игрокам. Я как бы не драчу на финку, вы сами, думаю, это понимаете. То есть я хочу там максимально приятно просто сделать игрокам, поэтому я на выходных ставлю вот такие вот цены, то есть минус 77%. Я вчера завозил продукты, полный склад, уже ушло до хера продуктов, по сути, уже 8500 продуктов уже ушло. То есть как бы спрос здесь очень хороший, то есть как бы стараюсь, чтобы всегда были продукты, и поэтому всем как бы советую магазинчик, я им как бы занимаюсь. Этот магазин, если что, купил Америкос, это не конкретно мой бизнес, как бы, да, я его держу, я им занимаюсь, я как бы деньги распределяю там на семью, на компанию. Не будем, так сказать, тянуть кота за яйца. Я думаю, всем все-таки интересно, какая здесь финочка, пацаны. То есть сейчас я вам покажу финка, которая сейчас, и потом я вставлю кадры, финка, которая была как бы до меня. То есть мы этот бизнес купили 25 числа, а сегодня ровно 25 число, пацаны, можете как бы посмотреть. Вот 25 число, мы его купили ровно месяц назад, этот бизнес. Вот получается, это 26, да, число, уже 25 не видно. 25 числа, я помню, финка была 800 тысяч. Смотрим, пацаны, смотрим просто финку. Вот лям, лям, лям 600, лям 200, лям 400. Тогда финка очень жестко летела, но потом, пацаны, начался додос, и финка как бы, да, просела финочка, и вот она начала обратно сейчас подниматься. То есть вот лям 300 как бы был, то есть вот 900 тысяч, 800 тысяч, вот вчера я продукты завозил, вот сегодня 400 тысяч финка уже, а сейчас на минуточку 12 часов по МСК. И вот сейчас вы видите финку, которая была до нас, которая была до нашей покупки. То есть разница, в принципе, есть, пацаны. Я думаю, вы сами понимаете. Разница очень хорошая. То есть до нас там финка была там, ну, там 200 тысяч, 300, там 500. 900 это максимум просто был. Для тех, кто забыл, когда мы пришли на второй сервачок, здесь была монополия 24 на 7. И ремки везде были по 8 тысяч рублей. Но мы пришли как бы на этот сервак, купили 24 на 7. Ну и просто поломали монополию.
монополию. Реально, мы просто взяли и поломали монополию. Теперь везде ремки там по 3000, по 4000, на Рублевке там по 6000. Самое главное, пацаны, то, что мы сделали лучше, мы поломали просто монополию. Везде, практически во всех магазинах, адекватные цены. Я считаю, то, что это максимально круто, потому что, ну блин, я не мог как бы позволить, чтобы моя аудитория покупала ремки по 8000. Что вообще по итогу я могу вам сказать? Бизнес довольно-таки хороший, прибыль в нем есть. Да, я понимаю то, что у нас там рядом компания, плюс у нас там семья есть. Я не спорю, как бы. Возможно, из-за этого финка как бы тоже меняется. Просто мы изначально как бы этот бизнес покупали для компании и для семьи. Как бы именно в этом месте мы специально купили бизнес. На тот момент просто цены были большие, мы хотели, чтобы наши пацаны закупались по адекватным ценам, поэтому мы специально купили 24/7 возле нашей компании. Также у нас есть еще один бизнес, как вы понимаете. Как бы это не конкретно наш бизнес с Максом, это бизнес, получается, Вани. Это, получается, оружейка, которая находится на Рублевке Южного. То есть, да, это тоже такой наш семейный бизнес, по сути. Мы здесь закупаемся, когда едем на ВЧ. Мы этот бизнес ловили по ГОСУ. Если вдруг кто не смотрел видос, то можете посмотреть. То есть, чтобы вы понимали, в этом бизнесе самые дешевые цены среди всех оружей. В остальных магазинах броник стоит 27 тысяч. Если вам вдруг нужно будет оружие, там бронежилет, то можете спокойно заезжать на Рублевку Южного. Как я думаю, многие знают, скоро у нас будет обмен наград, то есть у нас появится такая неплохая сумма денег, там около 200 миллионов, и мы с Максимом думаем над тем, чтобы взять еще один бизнес, либо аптеку, либо, получается, заправку. Поэтому, возможно, уже в следующем году мы купим какой-то новый бизнес. Насчет, пацаны, обмен наград, для тех, кто хочет поучаствовать, все это будет происходить 27 или 26 числа. Кто желает, как бы, можете приходить, вход будет 4 миллиона, выход будет 5 миллионов. То есть вы на ровном месте сможете заработать 1 миллион рублей. Скорее всего, новый бизнес мы будем брать на меня, а 24/7 мы будем на кого-то передавать. Мы хотим, на самом деле, либо аптеку, реально, либо АЗС. Мы АЗС-ку хотим либо в Батырево, либо, получается, на базе дальнобойщиков. Аптеку, ну, Батырево, мне кажется, дорого будет, хотя, может быть, и нет. Как бы, не знаю, посмотрим, пацаны. Будем, как бы, бабки копить. Скоро, тем более, выйдет ивент. В любом случае, будет чем заняться. Ну что ж, дамы и господа, на этом я буду заканчивать. Надеюсь, вам понравилось это видео. Наконец-то вы узнали, какая финка, как бы, в нашем бизнесе. Потому что многие, как бы, спрашивают, типа, а что там по финке, типа, туда-сюда. Да, я, как бы, пару раз ее полил на стриме, но полностью не показывал. Поэтому надеюсь, что вам это видео было интересно, полезно. Всем желаю просто новогоднего настроения. Чтобы у вас было все хорошо. Чтобы вы хорошо провели время в Новый год. И потом после Нового года на ивенте. Поэтому всех буду ждать на втором сервачке. Повторюсь, все ссылочки есть в описании. Заходите, вводите промокод. Я вас могу принять в семью, в компанию. Чем смогу, тебе помогу. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.